Так как имеется у нас признаки алкогольного опьянения, вы в данный момент отстранены от управления транспортным средством. Составлен протокол. Да что я отстранена? То, что у вас имеются признаки алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта. Вы согласны пройти освидетельствование технического средства состояния алкогольного опьянения? Вот у нас имеются запечатанные трубочки. Видите? Согласны пройти? Куда? Екатерина Геннадьевна. Екатерина Геннадьевна, ой, идемте, присядьте. Подожди. Присядьте, пожалуйста. Да они разберутся, вы присядьте. Все, тихо. Екатерина Геннадьевна. Сядьте, пожалуйста. Вот они. Ну зачем вчера пришли? Присядьте, пожалуйста. Я инспектор ДПС. Не осложняйте обстановку. А вы в сторону отойдите. Я сейчас сяду. Говорю еще раз. Не надо тут пихать. Тихо. Наручники по этим РУВД. Свое поведение. Мешайте здесь сотрудникам. Выпил, нормально себя процедуру вести. Федерина, а свидетельство. Присядьте. Они разбираются. Накаляйте обстановку.